Почтальон три раза стукнул в раму, задрожали шторы на стене, и вручил такую телеграмму. Лично мне, ждешь меня, я это знаю, самолетом вылетаю, елочка твоя, ждешь меня, я это знаю, самолетом вылетаю. Елочка твоя, на каком встречать аэродром? Не сказала, где, в каком часу. Ждать ее на улице или дома, или в лесу. Как любви моей основа, все звучат два этих слова. Елочка твоя. Как любви моей основа, все звучат два этих слова. Елочка твоя. Жду жену, и долго, и упрямо. За окном сияние снежных звезд. И в ноль-ноль принес мне телеграмму. Дед Мороз, здесь метель метет полгода, надо летной ждать погоды. Елочка твоя, здесь метель метет полгода, надо летной ждать погоды. Елочка твоя, говорят, что есть мужья плохие. Преподносят жены нам сюрприз. Скажет мне жена слова такие: Не сердись, ты встречай меня к обеду, на оленях я приеду. Елочка твоя, ты встречай меня к обеду, на оленях я приеду. Елочка твоя. Встречай меня к обеду, на оленях я приеду. Елочка твоя, ты встречай меня к обеду, на оленях я приеду. Елочка твоя. Тебя сравнить бы надо с песней соловьиную, с тихим утром, с майским садом, с гибкой рябиной, с вишнею черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось? Сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкой подошла нежданная, самая далекая.
самая желанная.